здорово, братан. Слушай, вчера с такой тёлкой познакомился, ты просто не поверишь. Такие сиськи. И вот с такой жопой. Слушай, да ты мне же задолбал. В смысле задолбал? Да посмотри, какая девушка идет. Так, Бакарди, танцы в моей кровати. Ну, пойди познакомься с ней. Да, братан, да изи, у меня же черный пояс по пикапу, сейчас я это сделаю. Привет, твои родители случайно не пикари? Что? Тогда откуда у них такие две булочки? Слушай, а твои родители случайно не аптекари? Нет, а что? Тогда откуда у них такой гондон? Ах, сучка. Ботаник. Точно, теорема Пифагора. Сумма квадрата длины катета равна квадрату длины гипотенузы. Шпаргалка. Алло, да-да-да, слышно, братан, слушай, я сейчас делаю шпоры, короче, вот, и на всякий случай я надену наушники. Если вот я рыгну один раз, значит, ответ неправильный. Если я не рыгаю, ты диктуешь дальше. Все, надеюсь, у нас все получится, и нас не спалят. Халявщик. Халява, приди, халява, приди, халява, приди. Мажор. Да, Юр Николаевич. Здравствуйте. Готов к вашему экзамену. Как всегда, в принципе. Но... Есть бабки. Вы же сами знаете. Офигист. Ой, эти экзамены. Здорово, чувак, ты не занят? Пойдем тут катать. Здорово, чувак, не занят, пойдем. Неудачник. Последняя надежда. Привет, Сири, как сдать экзамен? Никак, нужно было учиться, а не херней страдать. Зарабатывайте с нами на пукане. Это просто жопа. Сейчас сижу в инсте, короче, и смотрю, блогеры просто в каждой сторис продают какую-то рекламу. Я не понимаю, как они, ну как это можно делать-то? Они вас просто не уважают и не любят. Вот я бы, честно, никогда бы в жизни не продавал такую херню. Так вот, мне не нужны деньги, я вас всех люблю. Я извиняюсь, а что-то нужно рекламировать-то? Все меня спрашивают, как поднять свой КВВЛ. Да все изи просто. Заходите на Пукан 4 восьмерки, ставьте там свои ставочки. И главное, ставьте побольше. Вот и проигрывайте все сразу же. Рекомендую, ссылка в описании. То, что не вошло в видео. Ну как можно? Ну ты мне скажи, как можно продавать столько рекламы? И типа, подписчики, блядь. Вы не понимаете или что вы? Они вас нахуют, блядь. Вот я бы никогда бы так не смог. Ну серьезно, я вас всех сильно люблю, вот, блядь, нормально, пошли снимать, блядь, рекламу. Здорово, братан. Погнали гулять? А, ты болен. Ну ладно, тогда лечись, пока. Привет, Димон. Какие планы на вечер? Че, может, потусим? Ты тоже болен? Температура? Простуда? Сифилис? Сука. Че ж вы все болеете-то? Блин, нужно попробовать. Так, вроде снимает. Так. Стоп, стоп, стоп! Я жирный? Так, давайте обратно. Ну все, мальчик, я пошла на работу. Абонентов не хорошо, мам. Братан, пожалуйста, ну удали фотку, а? Мне что за это будет? Одну минуточку. Слушай, может денег? Нет. iPhone 7 или 7 Plus? Слушай, я вообще сейчас фотку маме скину. Кажется, я тебя понял. Минуточку. Я знаю, чего ты хотел все время. Ну чё, сейчас ты удалишь фотку? Ладно, удалю. Run. Я разберусь. Слышь ты,
не иди, блядь. Слышь, ты это мне сказал. Да не, братан, я это не тебе сказал. Слышь, аккуратнее иди. Ты очень рад, что испортил меня. Слушай, Вадос, скоро 8 марта, и у меня просто нет денег, чтобы подарить подарок своей девушке, и я не знаю, что делать. Братан, сейчас звонишь, говоришь, что вы расстаетесь. После 8 марта опять сойдет, все у вас будет окей. Слушай, а ты думаешь, поможет вообще? Братан, да я уже так 100 раз сделал. Привет. Привет, любимый. Слушай, здесь такая ситуация, нам нужно расстаться. В смысле, что случилось? Давай просто расстанемся без объяснений и все. А знаешь, я уже полгода изменяюсь с твоим другом Вадимом. Вообще-то ты мудак, иди в жопу. Милый, ты стол? Я тебя понял, секундочку. Уже 22 марта? Весна? Эх, как же я долго спал. Наконец-то надену нормальные шмотки. Что? Снег? Дети? А как же весна? Слушай, да ты не жирная, но вот сколько ты весишь? 70. Блять, прям как я. Привет. Тебя было сложнее заметить. Я жирный. Вот, смотри, сколько у меня подбородков. Вот, подними голову. Вот, минус один. Даша, то мне не только секс от тебя нужен. Я не Даша. Слушай, да не жирная ты. У тебя просто кость широкая. Прям как у твоей мамы. Ты так красиво сегодня выглядишь. В смысле сегодня? А вчера что, было некрасивое? Слушай, да не жирная у тебя жопа. Ну, встань, я посмотрю. Фу, а жопа реально жирная. Да я стрёмная. Да слушай, да не стрёмная ты. Стрёмная. Да я тебе говорю, ты не стрёмная. Но я стрёмная. Ай, ладно, фиг с тобой, стрёмная, да. В смысле? Да как ты можешь меня бросить? Мы расстаемся? Да пошла ты в пи***ну. У тебя сиськи маленькие. Да и в постели ты бревно. Да пох, аривидарчик. А мы что, встречались? Ну как хочешь. Алло, Лиз, я свободен. Как расстаемся? Ну мы же идеальная пара. У нас же столько общих. Расстаемся? Да. Вчера ему уехал. Справа, слева. Да, я вижу, наши акции выросли в цене. Если продолжать в таком же темпе, все будет хорошо. Алло. 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 Тебя не слышно. Алло. Алло. Громче говори. Алло. Я хотел новую фотку в Инстаграм. Лайк с ней, продемонтируй, пожалуйста.